Врач – это лидер мнений, это человек, которого всегда уважали и верили практически как Богу, и доверяли самое ценное, что есть у людей – здоровье. Так было всегда, и я думаю, что так будет еще бесконечное количество лет. Я и сама до определенного момента в своей жизни свято верила, что медицина может влиять на любую болезнь, и мне не было страшно. Я всегда знала, что если со мной что-то случится, медицина мне всегда поможет. Но однажды наступил такой момент в жизни, когда медицина оказалась практически бессильной. Речь идет о некоторых хронических заболеваниях, которые человек приобретает к определенному возрасту своей жизни, уже не молодому. Какой бы ни была я послушной пациенткой, получилось так, что медицина не смогла мне помочь. И тогда я начала искать решение самостоятельно. Означает ли это, что я разочаровалась в медицине? Нет, нисколько. Я просто поняла, что есть области, где медицина очень сильна, такие как скорая помощь, срочные хирургические вмешательства. А есть области, и они связаны, как правило, с хроническими заболеваниями, где медицина пробуксовывает, и здесь на помощь приходят другие методы и инструменты. И вот тогда я познакомилась с натуропатией. Сегодня я доктор натуропатии. Я не врач, но я стала понимать глубже причины многих хронических заболеваний людей, и мне стала доступна та информация, которая помогает людям находить здоровье не только медикаментозной терапии, но и внутри своего организма, в своих собственных ресурсах и в ресурсах природы. И когда я вошла в тему натуропатии, я увидела, что есть очень даже прогрессивно мыслящие врачи, которые не против посмотреть еще и в другую сторону, кроме как на медикаментозную терапию. И это врачи интегративной медицины. И у меня возник очень большой интерес к людям из этой ниши, потому что я увидела, что мы мыслим в одном направлении. И сегодняшнее мое обращение, оно в первую очередь касается, конечно, врачей интегративной медицины. Сегодня в мою практику доктора натуропатии очень глубоко вошли эфирные масла, чистые эфирные масла, натуральный, 100% природный продукт, масла терапевтического класса «Дотерра». У меня есть знания об эфирных маслах, которые я могу передать вам, чтобы вы не только обогатили свою практику, свою экспертность и помогли большему количеству людей улучшить свое здоровье, но и обеспечили себе доход без потолка. Что значит без потолка? Что значит без потолка? Давайте разбираться. Где вы сейчас работаете? Сколько у вас пациентов? Я думаю, что вы знаете, есть определенная взаимосвязь. Чем больше пациентов, тем больше вы работаете. А вы знаете, что может быть наоборот? Чем больше у вас пациентов, тем меньше вы работаете и больше зарабатываете. Именно такую возможность вам дает работа в дотерра. Чем больше ваших пациентов становится пользователями эфирных масел и, соответственно, вашими партнерами, тем меньше вы вкладываете своего времени и энергии в эту работу, и тем выше ваш доход. В это трудно поверить, но это факт. Давайте объясню, как это происходит. Вы становитесь моим партнером в дотерра и заходите в мой большой проект под названием «Аромаакадемия». Вы заходите со своим продуктом, курсом, тренингом, либо, если у вас нет продукта, вы просто заходите со своими услугами, консультациями и начинаете вшивать в протоколы лечения эфирные масла и БАДы дотерра, что не только не противоречит вашей стратегии врача, но наоборот, повышает шансы быстрее убрать симптомы и идти глубже в причину заболевания. У вас появляются собственные партнеры, ваша структура растет, и чем она больше, тем выше ваш доход. Если вы сейчас думаете, что люди не будут покупать эфирные масла, вы ошибаетесь. Люди охотно покупают эфирные масла и БАД дотерра, и они делают это неоднократно. В дотерра 70% людей
возвращаются вновь и вновь в свои личные кабинеты, чтобы сделать очередную покупку эфирных масел или БАД. Это очень высокий процент удержания клиентов. И это говорит о том, что продукт действительно рабочий, и что люди действительно получают пользу. На сегодняшний день в моей структуре более 400 человек. Люди, которые любят эфирные масла, пользуются ими, интересуются. И количество людей в моей структуре растет. Они не разбегаются, они не уходят, они не разочаровываются. О чем это говорит? О том, что популярность продукта растет во всем мире. На сегодняшний день более 14 миллионов людей на планете являются пользователями продуктов doTERRA. Но на самом деле на Земле людей намного больше. И это говорит о том, что работы у нас с вами еще очень-очень много. Это непаханное поле, это очень большие перспективы. И представьте, как много людей на планете, которым вы можете предложить очень хороший способ улучшить свое здоровье, и такие люди будут, как говорят, вашим положительным кейсом. И таких положительных кейсов у вас будет очень-очень много. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. Итак, я познакомила вас со своим предложением. Если вы увидели в нем большую выгоду, большие перспективы, отсутствие потолка в доходах, то я приглашаю вас на разговор. Обсудим стратегию, тактику, наметим планы совместной работы, а это будет именно совместная работа, и будем вместе увеличивать наши доходы.